Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас 20 января 2019 года. Начитываю книгу, продолжаю, Николая Николаевича Неплюева. «Беседы о братстве», называется «Путь веры». Часть 4. Опыт жизни нашего трудового братства. Перехожу от теории к практике, из изложения логики веры к изложению логики жизни по вере, от моего понимания христианского мировоззрения, христианской этики и нормального уклада жизни по вере, к тому, что я и братья мои, те, которые по свободному изволению веры и любви пришли к единомыслию и единодушию со мною и между собой, признали тем крестом, который по требованию веры, любви, разума и христианской совести мы приняли на себя и сообща несем во след Христу, сознавая, что именно этот крест и есть тот подвиг любви, который мы с наибольшей пользой для церкви поместной, отечества нашего, братства между людьми и преображения умов, сердец и жизни в достояние Божие можем, а следовательно и должны нести во след Христу в эпоху, нами переживаемую. Этот крест сознательно нами на себя принятый и есть дело трудового братства. Оно для нас одновременно и правда жизни по вере, действующей любовью, и насущная потребность любви к Богу всем разумением, и насущная потребность нелицемерного братолюбия и духовный санаторий для нас самих, и общеполезный опыт сплочения и стройной организации жизни прихода, общеполезный опыт возможности быстрого оздоровления души народной, быстрого перехода от позора рутины жизни по обычаю мира сего к честной жизни по вере и наиболее разумное проявление христианского милосердия не только по отношению к братьям нашим, но и к постороннему делу нашему, не исключая и врагов наших, и дела нашего. Сознавая себя костью от костей и плотью от плоти окружающего нас общества, отличаясь от него только нашим отношением к верховному закону христианского откровения, мы сознаем и то, какое громадное жизненное значение имеет для всего христианского мира жизненный опыт, им в нас переживаемый, на пути перехода от того, что есть, к тому, что быть должно согласно этому верховному закону о любви к ближним, при свете любви к Богу всем разумением. Этот опыт пережитый отчасти и выстрадан в нас всем человечеством. Мы никому не навязываем, но и ни от кого скрывать не считаем себя вправе, желая, напротив, по требованиям исповедания веры и братолюбия, чтобы опыт этот был общеизвестен, стал для многих убедительным и был, возможно, более использован делу Божьему, Церкви, Отечеству, Душам Вечным и братству между людьми во благо. С этой целью мы готовим к печати подробную всенародную исповедь братства нашего в форме моих блюстительских отчетов о жизни братства. В настоящее время я не намерен, говоря об опыте жизни нашего братства, не говорить о букве внешней организации нашего дела, не излагать историю всего нашего дела, не излагать историю всего нами пережитого, не опровергать многообразные обвинения против нас выдвигаемые, не оправдывать нас перед теми, которые дают нам советы, по большей части нами не осуществляемые в жизни нашей, а ограничусь перечислением того, что я считаю наиболее ценным опытом, в нас пережитым всем христианским миром, а в нем и всем человечеством. Действительно, подробное изложение букв внешней организации может только вредить делу, отвлекая внимание от главного к несуществующему, несущественному, отжитворящего духа дела, имеющего общее значение к той букве проявления этого духа, которая в каждом отдельном случае обязательно будет несколько иной и точно применяема в духе слепого подражания. При иных обстоятельствах могла бы быть ошибкой и повести к разочарованиям. Вот почему я неохотно говорю об этой букве внешней организации, неохотно привожу цифровые данные, хотя я считаю, что эта буква в деле нашем и соответствует наиболее разумному проявлению животворящего духа дела,
при данных у нас обстоятельствах. Для успеха дела везде, где оно возникать будет, весьма существенно, чтобы оно делалось вполне самостоятельно, каждый раз вырабатывая ту технику осуществления своего и ту букву внешней организации, которая наиболее соответствует данным обстоятельствам и самостоятельным убеждениям ума и сердца. Вот почему я очень неохотно даю советы тем, которые ко мне за ними обращаются. Дело это никогда не должно и не может быть подражанием. Дело это никогда не может и не должно быть ничем иным, как самостоятельным подвигом веры и любви. Если человек определенно не знает, что и как ему делать в его социальном положении, при наличии обстоятельств его жизни и жизни тех, которые с ним объединились в единомыслии, единодушии, до способности нести с ним общий крест, это лучшее доказательство, что умы и сердца их еще не созрели до того креста, который они хотят принять на себя, что души их еще не оздоровлены до насущной потребности этого креста, что крест этот, принятый на себя по чужому совету, окажется для них непосильным. Во всем этом я так убежден, что воспитаннику школы нашей, который бы, выходя из нее, обратился ко мне за советом, что ему делать, поступать ли в наше братство или нет, отказался бы ответить на этот вопрос, предоставляя решить его по требованиям собственной веры, собственного разума и собственной совести. Человечество так склонно ходить не верой, а видением, а всякая буква внешней организации видение, что опасно отвлекать внимание от главного к второстепенному, от животворящего духа дела к сплетням о том, в какой именно букве этот животворящий дух именно у нас проявляется. Не могу отказать себе в удовольствии рассказать вам по этому поводу, как умно и честно проявил понимание этой правды профессор богословия Киевского университета протоиерей Светлов. Это ссылка внизу. Кто такой Светлов? Светлов Павел Яковлевич. С 1861 года по 1942 год жил. Протоиерей, доктор богословия. Профессор богословия Киевского университета. Автор справочника «Что читать по богословию?» Систематический указатель апологической литературы на русском, немецком, французском и английском языках. Киев, 1907 год. Включающий 1820 наименований трудов, изданных до 1906 года, практически по всем вопросам апологетики. В то время как большинство именно буквой интересуется всего более, называя ее фактически данными, спорить об этой букве и не выражая по существу, делать страшный вывод, что дело это неосуществимо и не заслуживает внимания потому, что мы его делаем не так, как им нравится. И как бы они его делали, если бы делали, профессор Светлов, напротив, когда писал о моих сочинениях и братстве нашем своей монографии «Идея Царствия Божия», и тут ссылка дается, Светлов П. Протоиерей, «Идея Царствия Божия в ее значении для христианского миросозерцания, богословское апологическое исследование, идея Царствия Божия в русском богословии» Николая Николаевича Неплюева. Богословский вестник 1904 года. Том 1, номер 1, страница с 1 по 41 страницы. Напечатанный в органе вашей академии, богословском вестнике, говорил мне, кавычки открыты, я бы желал на деле увидеть ваше трудовое братство, но не раньше, как печатано, скажусь о нем, как идея. По человеческой немощи я мог бы поддаться личным впечатлениям от второстепенного, случайного, от буквы осуществления вами идеи, и это могло бы неблагоприятно отразиться на беспристрастном суждении о самой идее, затемнить ее, а этого я не хочу. Кавычки закрыты. Вот поистине мудрое недоверие к видению и мудрая оценка его действительного жизненного значения. История дела, как и внешняя организация его, тоже буква, второстепенная и несущественная, за исключением противившегося в ней духа настроения нашего, того, как в нас проявили себя современные христиане на первых шагах перехода от того, что есть, к
к тому, что быть должно по правде веры, действующей любовью, и братолюбие при свете любви к Богу всем разумения, и того, как проявили себя те же современные христиане в отношении своим к делу перехода от слов о вере, любви и братстве к жизни на этих началах. Возражать на всевозможные обвинения на нас и дело наше возводимое, значит сойти с пути мирного созидания на путь борьбы, с пути исповедания правды на путь препирательства с вопросниками века сего. Иногда я делал это, думая, что обвинения порождены недоразумением, но всегда убеждался, что это не так. Ум – раб воли нашей, а не наоборот. Не воля человека вводит в заблуждение ошибками ума, а ошибки ума только отражают на себе, проявляют собой направление воли. Исповедуя правду христианского склада ума, сердца и жизни, я попутно в самом принципе опроверг многие обвинения, возводимые на христиан вообще, с иных точек зрения и по аналогии с людьми нехристианского настроения. Этого вполне достаточно. Каждый раз, как я хотел защитить самого себя, дело наше и пионеров этого дела от самых оскорбительных для нас лично обвинений, я убеждался, что это не приводит к желаемой цели. Те, чья воля побуждала обвинять и осуждать, к прежним оскорблениям только прибавляли новое. Недоверие к правде слов моих и в самых объяснениях по поводу прежних обвинений находили только основания для новых обвинений. Доказывать им, что если воля склонна обвинять, осуждать и заподозревать, услужливый разум всегда найдет основание и оправдание для упорного недоверия, подозрений, обвинений и осуждений. Действительно, что мы можем сказать тем, например, которых находят возможным не только допустить по отношению к нам самое оскорбительное и самое позорное для христиан обвинение в неискренности и лицемерии, но даже громко высказать это обвинение, печатно бросить нам его в лицо. Мы скажем им, мы искренне любим Бога всем разумением нашим. Любовь эта приводит нас к искреннему братолюбию, и мы искренне в проявлении этой любви, как в братьям нашим, так и врагам нашим, по требованиям нашего разума и нашей совести. А нам возражают, вы проявляете любовь вашу не так, как требует того наш разум и наша совесть, и потом мы не верим вашей искренности. Мы опять возражаем, это показывает только, что мы с вами и думаем, и чувствуем иначе, что доказывает и жизнь наша. Наш разум и наша совесть требуют от нас принять на себя крест трудового братства, а ваш разум и ваша совесть от вас этого не требуют. Поверьте искренности нашей в деле нашем, как и мы не сомневаемся в искренности вашей, в нежелании принять на себя тот крест, который мы по требованию нашего разума и нашей совести на себя приняли. А нам и на это возразят. А все же мы в вашу искренность не верим и убеждены, что вы лицемеры, и в подтверждение этого упорного обвинения приведут мнение такого-то или такого-то, свое собственное впечатление или соображение. Все лучше идти своей дорогой и делать свое дело, представляя времени и фактам жизни опровергнуть обвинения и подозрения. Одно обвинение и подозрение я хотел бы, однако, снять с себя и братьев моих. Мне хочется громко сказать, что мы в Бога живого, а не в себя веруем, Бога живого, а не себя исповедуем, правду Божию, а не свою по силе разумения осуществляем силе Божией, в немощи нашей совершающейся, а не своей личной силе и своим личным талантом приписываем славу и честь того хотя бы и относительного добра, которое мы в жизни братства нашего осуществили. Не только мы не желаем выдавать себя за безгрешных и святых людей, но вполне понимаем, разделяем чувства апостола, сказавшего: «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей». 2 Коринфянам 11:30. И поэтому нам защищаться от обвинений не следует. Чем хуже мы, тем больше мы немощны, чем очевиднее, что лучше нас. Менее нас немощные могут и должны сделать лучше и больше нас. Тем более очевидно и то, что нет такой немощи человеческой, в которой Господь не благоволил явить силу свою. Если по свободному изволению веры и любви этих немощных людей, Он может без насилия над ними творить волю свою в них,
с ними и через них по слову своему. Сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 12:9. Мы все готовы сказать: да, братья и сестры, по человечеству мы ничем не лучше вас сами по себе. Именно потому дело наше особенно для вас доказательно и поучительно. Вы все могли бы сделать лучше и больше нашего, если бы более нас захотели стать достоянием Божиим и жизнь свою сделать достоянием Его, признав в полной мере, как мы это сделали, вечную правду и жизненное значение верховного закона христианского откровения, о разумной любви к ближним, при свете любви к Богу всем разумением, и возлюбили до ревности о жизни по вере, действующей любовью, до насущной потребности логики разумной любви в жизни. Вот наш ответ на все обвинения. После того, что сказано мной о том, почему сам я не люблю давать советов, даже и тогда, когда меня спрашивают о том, что и как делать, мне нечего объяснять, почему и мы не склонны сообразоваться с советами о том, как нам созидать братство, как нам думать, чувствовать и жить, когда советы эти в духе самоуверенности даются нам людьми, которые сами никакого братства в жизни не созидают. Между собой мы эти советы обсуждаем, чтобы не проглядеть ту долю правды, которая в них может быть. По большей части советы эти оказываются несогласными ни с убеждениями нашими, ни с опытом нами пережитым. Что и неудивительно, когда советы эти даются людьми с убеждениями, из которых необходимости братства в жизни, как мы его понимаем, совсем не вытекает. Людьми, не имеющим даже и нашего опыта в деле созидания братства. Не может смутить нас при этом и печатно высказанное недавно соображение о том, будто мы должны сообразоваться с общественным мнением, если хотим, чтобы дело наше имело характер общественной полезности или на этот характер претендует, будто бы по этому поводу мы не должны считать для себя оскорбительным всякие подозрения и нарекания, вплоть до обвинения в том, что мы лицемеры и совершенно чужды христианского милосердия. Именно к тому и призывая, чтобы всю жизнь, все роды труда и все отношения стройно, разумно, цельно организовывать на начале того же христианского милосердия. Это простое недоразумение. Мы признаем наше дело общественно полезным совсем не в том смысле, чтобы оно было общественно полезным рецептом практической мудрости для людей всех убеждений и всякого настроения. Причем нам действительно предстояла бы неблагодарная задача применять это дело господствующему, то есть рутинному пониманию христианства и христианского милосердия. Даже и тогда, когда мы говорим, что дело наше заключает в себе определенную программу мирного христианского прогресса, в чем мы действительно убеждены, мы разумеем под этой программой ту логику веры, логику братолюбия, при свете любви к Богу всем разумением, которая действительно общеобязательна для всех, не отрицающих в угоду бедному любовью сердцу своему единый верховный закон христианского откровения о верности любви до мученичества и смерти крестной, о разумном братолюбии при свете любви к Богу всем разумением, те неизбежные практические выводы из этого закона, которые породили дело наше и составляют животворящий дух его, а совсем не то, будто все должны в технике созидания нашего дела и в букве его внешней организации и даже нашего личного отношения к нему стать слепыми подражателями нашими. Тем более мы не можем признавать за другими, хотя бы эти другие были и большинством современного человечества. Право не признавать за нами христианской свободы нашей, ставя это условием признания за нашим делом характера дела общественно полезного. Перехожу к перечислению того, что в деле нашем я признаю наиболее ценным и поучительным опытом, пережитым нас всем человечеством. Прежде чем говорить об опыте, пережитом нашим трудовым братством, скажу и о своем личном опыте, о пережитом мною раньше осуществлении идеи братства в жизни, вполне сознавая, что это подвергает меня нарекания в гордости, той пресловутой гордости моей, которой так многие интересовались более, нежели идеями моими и делом жизни моей.
подвергает меня и страшно в глазах современного культурного человека обвинению в ненормальности, галлюцинирующего мистика, так как я намерен говорить и о том, что в жизни моей и братство наше было таинственным и сверхчувственным проявлением воздействия на нас мира незримого и соприкосновения нашего с этим миром, которое по катехизису современной материалистической культуры и свободомыслия должно отрицать, как устарелые предрассудки. Эти явления, однако, играли слишком большую роль в моей и нашей жизни, чтобы я мог оставаться правдивым, их замалчивая, более того, не извращая истины до уворования у Бога в нашу пользу славы Его. На эту ложь и на эту кражу я не пойду. Буду честно исповедовать Бога живого, творящего чудеса, являя силу свою в немощи нашей, так как именно это и есть главный, наиболее полезный опыт, пережитый в нас всем человечеством. Чтобы по этому поводу обо мне не подумали, в какой бы низменный разряд суеверных мистиков меня не зачислили, по необходимости буду говорить очень кратко. По необходимости буду часто голословен, представляя воспользоваться моим и нашим опытом тех, кто поверит мне на слово, поверит моей честности, правдивости и здравомыслию. Поверят мне те, в ком есть задатки быть мне братьями по духу, кто алчит и жаждет того же, чего алкала и жаждала моя душа. Для них все, что я скажу, будет настолько убедительным для ума и сердца, что они поверят мне, наперекор всем видениям призраков земного бытия. Для них я и говорю. Первое. В раннем детстве я жил двойной жизнью. Наяву мало понимая меня окружающее, во сне имея общение с бесконечно дорогими для меня существами, которых я осознавал гораздо более близкими и родными, нежели люди, с которыми я имел дело наяву. Уверен, что и все в раннем возрасте имеют общение с миром незримым, пока общение их с миром неземным не станет сознательным. Все матери знают, что ребенок, не умеющий еще улыбаться наяву, во сне улыбается сознательно и радостной улыбкой. У меня это общение продолжалось долей обыкновенного. И я хорошо помню последнее свидание с ними, когда они сказали мне, что я их видеть больше не могу. Я очень грустил по ним, и это имело большое влияние на всю мою жизнь. Сделало меня исключительно религиозным ребенком и застраховало отхождение в жизни не верою, а видением. Одна молитва утешала меня в разлуке с ними и наполняла душу мою тем миром и той радостью, которую я испытывал при общении с ними. Для меня навсегда они и их мир остались большой реальностью, чем мир земной, который я бесконечно менее любил. По мере того, как я узнавал экономию жизни мира земного, узнавал, что все здесь вода текущая и легче пустоты, все разрушается, гниет и ржавеет, все болеет, стареется и умирает, для меня становилось все больше и больше несомненной правда детского инстинкта, сердцем понимавшего призрачность видений земного бытия и вечную реальность мира незримого. Второе. Когда я научился читать утром и вечером, читать Евангелие стало для меня такой же духовной потребностью, как и молиться. Это дало мне привычку на все смотреть с евангельской точки зрения и не мириться в жизни со всем тем, что было противно разумной любви, как ее Христос понимал, а не по рутинным понятиям детей земли о христианском милосердии. Конечно, все это было более инстинктами сердца, нежели ясно формулированными убеждениями в детском уме моем, определенными симпатиями и антипатиями, а не определенными формулами. Воспитатель мой, боясь чрезмерного увлечения религиозностью и мистицизмом, хотя сам был по-своему церковно верующим человеком, окружил меня детьми иного настроения. Много в них внушало мне инстинктивную антипатию. Раз, уснув с этим чувством в сердце, я ночью проснулся весь в слезах и с большой жалостью к тем, кто внушал мне эту антипатию, точно во сне мне было что-то сказано и выяснено по поводу их. Я встал с постели и стал со слезами о них молиться.
прося у Господа, если можно, отнять от вечного блаженства моего на пользу им. В эту минуту, как ответ на мою молитву, совершили впервые акт воздействия на меня из мира незримого, не во сне, а наяву. Я пережил неизъяснимые ощущения, и мне было сказано: «Ты пожалел этих детей, тебе будет дано многих детей воспитать достояние Божие». Третье. Начался период пророческих снов, в которых аллегорически, а иногда и в точных реальных подробностях мне было показано многое из того, что мне пришлось пережить в разные эпохи моей жизни, много позже. Четвертое. Несмотря на это, моему воспитателю, внушавшему мне, что все хорошо в свое время и в благоразумных размерах, и что надо знать меру и в религиозности, удалось настолько развлечь меня постоянным обществом светских товарищей, что я сам стал постепенно принимать привычки светского человека со всеми специфическими немощами его. Дурное преподавание закона Божия, в котором было все, кроме животворящего духа, верховного закона христианского откровения, докончило дело моего обмерщения. Никогда я не был неверующим человеком, но совсем перестал понимать отношение веры к жизни, с тем вместе перестал молиться и ходить в церковь. И молитва, и таинство, и вся обрядность, когда насел на душу пыль земли и затмила собой понимание животворящего духа веры, из актов живой любви стали мертвой буквой благочестивых упражнений. При всей моей немощности у меня хватило честности не лгать и не лицемерить перед самим собой, подменив чистое золото первой любви этой фальшивой монетой. Пятое. В этом настроении я поступил в университет и очень заинтересовался в нем лекциями ученика Гегеля Редькина. И внизу дается ссылка, кто такой. Редькин Петр Григорьевич. С 1808 года по 1891 год жил. Русский общественный деятель, педагог, юрист, профессор Московского с 1835 по 1848 года и Петербургского с 1863 по 1878 года. Университетов, преподавал историю, философию и право. Ректор Петербургского университета с 1873 по 1876 год. По истории философии. Заинтересовали меня многие философы, но ни один не удовлетворил ни ума, ни сердца моего. В душе инстинктивно жил идеал Христа, идеал Бога живого, высшей любви и высшего разума мира. И перед этим идеалом бледнели все философские идеалы, оставляя глубоко неудовлетворенный и ум, и сердце. Я стал очень тяготиться жизнью и совершенно не понимал психологии людей, по меткому выражению Толстого, пьяных жизнью. Шестое. Тяготился я жизнью и потом, в разозолоченном вихре придворной суеты, в которую я погрузился в положение состоящего при посольстве. Бессодержательная суета жизни становилась для меня все более невыносимой. Раз, вернувшись с придворного бала, ложась спать, я с ужасом спрашивал себя: неужели вся жизнь пройдет так же неосмысленно? Милосердный Господь и это принял как молитву. Как ответ на мой вопрос я увидел сон. Точно предсказано мне то, что я на деле пережил 5 годами позже. Сон трижды повторился и дал толчок мысли моим, дав понять нравственную ответственность за предков перед детьми народа, которым я так многообразно могу быть полезен при доброй воле. Седьмое. Решив посвятить жизнь после детей пользе детей народа, я осознал жизненную правду слова Спасителя. «Царствие Божие внутри вас есть». Луки 17:21. Осознал, что ничего изменить к лучшему в жизни народа не могу, пока настроение душ живых не будет повышено до этого лучшего. Осознал всю нищету, суеты, рутины жизни, в которой человечество вполне, как звери басни Крылова, спорят, ссорятся и борются за место, желая по-новому рассесться, не догадываясь о том, что прежде всего надо перестать быть ослом, козлом и косолапой мишкой, тем более перестать быть бесноватыми с печатью сатаны на умах и сердцах. Осознал и то, что воспитать детей народа людьми разумными и добрыми, способными творить разумное благо в жизни,
мне не удастся на основах философии Гегеля, Шопенгауэра или кого-либо из других философов. Вспомнил о том, как благотворное нравственное влияние оказывало на меня в детстве чтение Евангелия, и захотел познакомиться с первоисточником христианского откровения, с основательностью и последовательностью, которым приучили меня философские занятия. Восьмое. Прочтя Библию, я был поражен стройностью ее животворящего духа под легким покровом образной буквы. Был поражен цельностью Библии, всей Библии, однородностью животворящего духа книг Ветхого и Нового Завета. Несмотря на букву, разнообразную до явного противоречия по букве, для души моей вся Библия была однородной зарей бесконечно дорогого и родного живого света, озарившего собой весь мир, когда взошло солнце Верховного Завета христианского откровения. При свете этого Верховного Закона, заключающего в себе животворящий дух веры и правды бытия, все вероучение оживилось духом жизни. И то, что раньше было для меня бесформенной грудой мертвых костей, пылью буквы мертвящей, облеклось плотью и кровью, преобразилось разумным и благим духом жизни в правду единого, живого организма Церкви Божией, Царствия Божия, имея в основе своей такое определенное мировоззрение, такой высокий идеал и такую разумную этику, что ум и сердце мои были вполне убеждены, вполне удовлетворены. Я стал сознательно верующим, сознательно любящим всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, свободно изволение моего. Девятое. Мне стало вполне ясно, что именно преступное и позорное отступничество громадного большинства христиан от верности Верховному Завету христианского откровения в угоду бедному любовью сердцу, молчаливо отвергнутому и затерянному среди распыленной буквы вероучения, церковных преданий, догматических определений, канонических правил и внешней обрядности, и делает преступным и позорным весь склад умов, весь склад симпатий, весь рутинный уклад жизни, делает такими бесплодными уроки закона Божия в христианских школах, воспитывающих не христиан с печатью дара Духа Святого в умах и сердцах, а атеистов, полагающих свою свободу в неверии, делать столь бесплодными и все усилия проповедника повлиять на жизнь, уклад, который остается та же чувств печати дара Духа Святого, создавая с людьми, полагающими свою свободу в широком проявлении злобы, корысти, грубой мстительности и самодурства грубого своеволия. Десятое. Для меня совершенно ясно стало, что в какие бы политические и социальные формы не рассаживалось человечество, все это будет буквой мертвой и мертвящей, пока не будет осуществлен верховный закон христианского откровения в тайнике вечных душ, пока души не будут оздоровлены, облагорожены, освящены святыней единой истины христианской нравственности, добровольной дисциплиной любви, дисциплиной братолюбия при свете любви к Богу всем разумением, без чего человечество не способно пользоваться свободой, не злоупотребляя ею, и совершенно не способно разумно жить по вере, действующей любовью. Другими словами, способно только говорить о христианстве, изучать букву веры, спорить о вере, оклеветать веру, но не осуществлять ее. 11. Только тогда я почувствовал себя на твердой почве, несмотря на то, что я все же был во многих отношениях светским человеком, со всеми немощным избалованного барича, сам по себе последним человеком в смысле личной пригодности к делу, к которому приступал. 12. Для меня не было и вопроса о том, каков я, могу ли я делать и что мне делать. Вера дала мне внутреннее убеждение, что я ничто, а Бог все, что я лично с немощами моими, приходящий призрак земного бытия, а святыня Божия, правда вечная и сила благодати вот так велика, что все немощи мои перед нею ничто. Лишь бы сила Божия могла в немощах моих проявляться без насилия надо мною, по свободному изволению моему быть орудием его и отдать себя на Божье дело осуществление правды любви его, в чем и состоит конечная цель бытия каждого человека в отдельности и всего мира в совокупности. Это и дало мне ту решимость и полную уверенность в том, что и как делать, которую так многие принимали за гордость, в то время как я
гордостью сознавал бы противоположное, а именно бесчинство самовольного делания своего, человеческого дела вместо Божьего дела в мире Божьем, беспорядок крамольной пыли, не желающий быть достоянием Божьим и жизнь свою делать достоянием Его. 13. Для меня совершенно ясно было, что всякая благотворительность, не начинающаяся с миротворчества между теми, кому желает добра, и Богом живым, только суета и самообман, что Христос не мог завещать нам делать добро неразумно и проявлять свое милосердие бестолково. Для меня была вполне очевидна разумная жизненная правда слов. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам». Матфея 6 глава 33 стих. Насущной потребностью братолюбия, христианского милосердия при свете любви к Богу, всем разумением стало для меня прежде всего помочь душам живым найти Царствие Божие и правду Его, как я искал, и при благодатной помощи Божией нашел их, твердо веря, что все прочее приложится. Вот что оградило меня от увлечения бессистемной благотворительностью и поставило на путь созидания трудового братства с такими определенными убеждениями в правоте этого дела, что делать иное, начинать с приложений, не сделав предварительного главного, не возвысив духовно до любви всем разумением Царствия Божия и правды Его, было бы для меня очевидным безумием. Сознавалось бы мной как преступление против элементарных правил христианской нравственности и разумного христианского милосердия. 14. Начал я с того, что взял 10 бедных сирот, полюбил их, как своих детей, что и сделало мое духовное влияние на них, и старался в возможно большей степени сделать их духовными братьями моими, единомысленными со мною в понимании правды Божией, единодушными со мною в любви к Богу всем разумением. 15. С моей стороны была сознательная любовь при свете любви к Богу всем разумением, а со стороны детей только личная ответная любовь ко мне. Не сразу я это понял, и это в будущем повело ко многим ошибкам, недоразумениям и скорбям. 16. Второй ошибкой моей было предвзятое мнение, навязанное мне рутинным самообманом гуманистов, толкующих выражение «душа человеческая по природе христианка». Не в том смысле, что всякая душа живая создана по образу и подобию Божьему, способна быть любящей и разумной, когда по свободному изволению духа покаяться в греховности и грехолюбии своем, что соответствует христианской правде, а именно в смысле отсутствия греховности и грехолюбия, в смысле оправдания человека под предлогом, что зло в нем только ошибки неразвитого ума, последствия несчастного сложившегося обстоятельства жизни. 17. Очень поучительно для всего человечества, что я, будучи человеком образованным, сознательно уверовав и полюбив Бога и правду всем разумением моим, но не имея еще опыта лично пережитого, выстраданного, способен был, в теории признавая правду откровения в первородном грехе и ответственности свободы воли человека, на практике еще долго ходил в этом вопросе с повязкой, наложенной на глаза души симпатичными для меня рутинными теориями гуманистов, полагающих любовь к человечеству не в исправлении его, а в оправдании его и зла в нем. Это и привело меня к цельному ряду ошибок. И нужен был очень скорбный опыт жизни, чтобы эти ошибки исправить и поставить нас более цельно на путь правды веры. Такими ошибками были и наивная надежда на то, что, поставив благоприятные условия и выяснив правду, застрахуешь от зла, что привело ко многим скорбным разочарованиям. И то, что я в недостаточной степени понял громадное жизненное значение обособления от зла и злых, не в достаточной степени сознавая, насколько в силу греховности и грехолюбия зло более добра заманчиво для человечества, чувствуется громадным большинством как более естественное родное, чем добро. И то, насколько я преувеличил доброкачественность и прочность личной любви ко мне, воображая, что и меня любят при свете любви к Богу всем разумением, в то время как меня грешного и немощного гораздо легче было полюбить эгоистической, а следовательно и непрочной, призрачной любовью, чем не только полюбить, но только чистым сердцем узреть Бога истинного.
не отвергну себя со своей человеческой греховностью и своим слепым человеческим себелюбием. И то, что я слишком много объяснял там, где надо было требовать, и слишком много извинял там, где можно было только прощать, а иногда и было долгом любви и милосердия ко многим удалить вредную закваску, чтобы она не заквасила все тесто, не сознавая, до какой степени я тем затемнял понимание правды, невольно поощрял самодовольство во зле и тормозил дело созидания добра. И то, как я мало понимал громадную опасность под прилогом уважения к свободе ближних, допущение свободы зла в деле добра, непротивление злу, как неизбежно это приведет к подавлению добра злом, к возрастающей требовательности зла и в результате к совершенному отсутствию свободы добра, к господству зла по естественной логике греховности и грехолюбия. 18. Не сразу все это выяснилось и стало наглядным в жизни. Нам пришлось много пережить, много выстрадать, прежде чем скорбным опытом пережить во всем объеме жизненную правду веры, понять во всем объеме правду Бога, изгоняющего сатану из братства ангелов и согрешивших прародителей Израиля, требовавшего обособления народа избранного, как и апостолы требовали ограждения христианских общин от вредной закваски, безусловно требующего покаяния для примирения с собою и предоставляющего свободу опыта зла на свободе от себя, никогда не поступаясь своей свободой добра до уживчивости со злом, оправдания зла и тем более проституции сожительства со злом. Все это драгоценный опыт, пережитый в наш человечеством, особенно теперь, когда все человечество и все более наша бедная Россия, впадая в ту же ошибку, только еще в бесконечно большем размере, чем мы, и вступаем в период страшной расплаты за эту ошибку, в период опыта, насколько более скорбного, чем то, что мы пережили, насколько нам при вере и любви легче было покаяться в своем недомыслии, чем гордым представителям современной культуры, с их самообожанием и самодовольством во зле, смирить себя до покаяния, самоотречения. 19. Не только я не мирился со злом, не признавая его равноправность с добром, но и никогда не переносил хладнокровно его проявление. Полный ревности о добре, я мучился всяким проявлением зла, болел сердцем, волновался до потери здоровья и сна, но все это упорно веря, но все еще упорно веря в добрую волю там, где очевидно была воля злая, гордая жестокость и самодовольное себелюбие. Я убеждал, без конца разъяснял там, где надо было требовать, мирился, не приведя к покаянию, прощал, когда прощения у меня не просили, и уживался с нераскаянными грешниками в надежде, что время все исправит, они лучше поймут, более полюбят, духовно вырастут, костенея на злых путях своих. И это было достаточно, чтобы зло возрастало в самоуверенности и притязательности до желания быть хозяином положения. А добро под предлогом кротости, смирения, терпения и уважения к чужой свободе стало робким, в угоду зла уступчивым и в конце концов потеряло уверенность в своем праве на свободу проявлять себя и перестало быть хозяином положения в деле добра. Имеющие уши слышать, да слышат. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.